Пане Дмитре, яка ймовірність дочасних парламентських виборів? І якби був цей гіпотетичний парламент, рік імунітету вже минув, Зеленський попередив, що як нардепи погано працюватимуть, то він їх розпустить. Мені трудно сказати, возможен ли. У нас все возможно, поэтому я не исключаю такой возможности, но пока в ней нет целесообразности для власти даже, потому что монобольшинство завести уже не получится. А зачем тогда разгонять парламент, если будет утрачено монобольшинство? Угу. Мы продолжим тему парламента уточнением маленьким. Первое заседание и первые интриги в «Слуге народа» исключили из фракции народного депутата Гео Лероса. Необходимое количество голосов собрали его коллеги. Такая информация появилась на официальной странице «Слуги народа» в Facebook. Причину исключения не объясняют. Эксклюзивно в эфире «Украина-24» прокомментировал ситуацию первый замглавы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. По его словам, это произошло после того, как народный депутат упрекнул президента Украины в том, что к власти не пришли обещанные новые лица, а главу офиса президента Андрей Ермак назвал, цитирую, агентом ГРУ Российской Федерации. Услышим Стефанчука. Він сьогодні виступив з доволі різкою заявою, критикою в бік президента України, в бік офіса президента України. Я розумію, що це вже реакція на його виступ сьогодні у Верховній Раді. А далі будемо дивитися, тому що це питання внутрі фракційне. Але я просто хотів би наголосити, що будь-хто може змінити свою точку зору, і хочу нагадати, що це дає можливість от будь-кому після цього приймати рішення щодо свого особистого перебування чи в парламенті, чи фракції. Чи приймати якесь рішення фракції щодо виключення того чи іншого депутата з її лав. Далі подивимося, як воно буде розвертатися. Не первый депутат, которого исключили из фракции. Кстати, напомню, что был первый прецедент, когда кнопкодавили двое депутатов. Их не исключили тогда, им сделали замечание. Был депутат, который там заказывал проституток, тоже не исключили. Исключили потом Антона Полякова и, дай бог памяти, Анну Скороход. Вот. И вот третий депутат, исключенный из фракции, это Гео Лерос. Мы помним скандал его. Его связывали с скандалом с пленками Ермака, так называемыми. Если можно, комментарий вот по Гео Леросу и по ситуации фракции. Вот насколько вот зеленое большинство еще монолитно? Или вот эти осколочки уже потихоньку, это лишь поверхность айсберга, что этот не монолит уже давно зеленый. Мне трудно судить, насколько монолитно зеленое большинство, потому что его составляют люди, руководимые несколькими разными людьми, там несколько течений. К тому же там очень много случайных, неподготовленных вообще порожняковых людей, которые, как они себя будут вести, предсказать трудно. Что касается скандала, ну, выводы очевидны были, потому что Гео Лерос, он так наехал, можно сказать, и на президента, и на офис президента, и на Андрея Ермака. И, естественно, после этого оставлять его в фракции «Слуги народа» было противоестественно. Посмотрим, что будет дальше, какие будут выводы из этого выступления сделаны, будут ли еще недовольны. Но это политический процесс, тут ничего не скажешь.